Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня у нас необычное видео. Хотел бы вам показать вот такую вот вещь. Сейчас мы с вами находимся на канале лаборатории психологического обеспечения. И сегодня произошло очень значимое для меня событие, для всей лаборатории в целом. На данный момент у нас 403 подписчика. 144 379 просмотров и 403 подписчика. Более 2 лет канал существует, и для нас эта цифра очень значима, поскольку, в общем-то, наша деятельность, она достаточно узкая в некотором смысле для узких специалистов, медицинских психологов, психологов, занимающихся работой в сфере промышленной психофизиологии. И вот буквально сегодня, вчера, 403 подписчика, более 4 подписчиков. В связи с этим значимым событием, на наш взгляд, обсудили мы с коллегами, мы решили сделать подарок нашим подписчикам. Те люди, которые подписаны на нашем канале, они могут получить абсолютно бесплатно книгу лаборатории. Книга называется «Психология здоровья и болезней. Медико-психологические исследования. Оценка условно здоровых лиц, страдающих психическими расстройствами в соответствии с рубриками МКБ-10 при проведении экспериментально-психологических исследований ЭПИ и психофизиологических обследований ПФО в рамках медико-психологического обеспечения населения». Другими словами, так вот сейчас я вам покажу, как это выглядит у нас на сайте. Книга стоит 500 рублей, размещена она на нашем сайте лаборатории. И здесь, на мой взгляд, в этой книге изложено все, что необходимо знать практикующему психологу, психофизиологу. Четко прописаны 9 патопсихологических синдромов. Описано, чем, как, в какой последовательности, сколько времени это занимает обследование в рамках экспериментально-психологического исследования или же ПФО, психофизиологического обследования. А самое главное, в книге присутствуют таблицы. Таблицы нормативов. Нормативов прогностически значимых показателей для условно здоровых лиц. Человек берет методику ММПИ, КТ, ЛУСК, неважно какую, проводит обследование и четко видит, попадает человек в норму, не попадает человек в норму. Очень функциональная, очень интересная книга. Даже не просто интересная, она, в общем-то, должна постоянно лежать на столе практикующего психолога, проводящего исследования, обследования. Здесь она стоит у нас 500 рублей, но в честь вот такого замечательного события 400-го подписчика на нашем канале мы ее вам дарим. Соответственно, ваша задача очень проста. Под этим видео будет размещен вот мой email адрес, и вы можете написать на этот email в свободной форме, ну, что-то вроде «Я хотел бы иметь вашу книгу». Книгу «Психология здоровья и болезней». Пишите такое письмо, адрес будет размещен под видео, и, соответственно, абсолютно бесплатно я пришлю вам эту книгу в формате PDF. Все очень просто. Такой вот подарок в честь события 400-го подписчика. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!